Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим салат с красной фасолью. Готовится салатик просто, получается очень-очень вкусный. Подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Все зависит от того, как вы его оформите. Для начала одну небольшую луковичку очищаем от кожуры и нарезаем как можно мельче. Лук я замариную. Для этого перекладываем его в отдельную мисочку, добавляем одну неполную чайную ложечку соли, одну чайную ложку сахара и 2 чайные ложки яблочного уксуса. Вместо уксуса можно добавить сок лимона. Заливаем лук кипятком, перемешиваем и отставляем. И пока лук маринуется, займемся подготовкой других ингредиентов. Куриное филе нарезаем на мелкие кубики, можно разделать руками. Я его отвариваю в подсоленной воде, когда вода закипает, снимаю пенку, добавляю перец горошком, лавровый лист и варю примерно 10 минут до готовности. Подойдет любая мякоть курицы. Собирать салат я буду в салатнице. В салатницу выкладываю нарезанное куриное филе. 2 средних яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем на мелкие кубики. Перекладываем в салатницу. Для сочности нарезаем один небольшой огурец. У меня здесь примерно 200-250 грамм. Перекладываем к остальным ингредиентам. Также для пикантности я нарежу 2 небольших маринованных огурца. И добавляем салат. Лук хорошо промариновался, с помощью ситечка убираем жидкость. И тоже добавляем салат. И процеживаем 250 грамм красной фасоли. Для соуса я смешиваю 2 столовые ложки майонеза с 2 столовыми ложками растительного масла. Можно использовать просто майонез. И добавляю примерно 1 чайную ложечку горчицы. У меня горчица не крепкая. И все перемешиваю. Заправляем салат подготовленной заправкой. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Я уже попробовала, получается салатик очень вкусный. За счет куриной грудки и яиц салат получается сытный. Огурчики придают сочность и пикантность салату. Обязательно попробуйте, приготовьте. Всем желаю приятного аппетита. Надеюсь, этот рецепт вам пригодится. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.